Здравствуйте, мы продолжаем разбирать тему Health and Fitness, здоровье и фитнес, и сегодня седьмое занятие. Давайте посмотрим на следующий абзац и переведем его, чтобы понять смысл. You know this. Вы знаете это. When you listen to English, когда вы слушаете английский, or something, или что-то еще, while you're sitting, в то время как вы сидите, and you try to study, и вы стараетесь учиться. After about 10 minutes, после примерно 10 минут, you kind of, вы как бы start getting a little sleepy. Вы как бы начинаете становиться несколько сонным, or tired, или уставшим. Then you have to, и потом вы вынуждены make yourself focus more, заставлять себя фокусироваться больше. When you are walking, когда вы ходите, you've got that energy, вы получаете эту энергию, going in your body, которая двигается в вашем теле, constantly, постоянно, and this will actually help, и это will, это будущее время, действительно поможет вам focus more, концентрироваться больше. You'll be able, вы сможете, to learn more English, выучить больше английского. It will be more enjoyable, это будет более приятно, будет приносить вам больше удовольствия, and more effective, и более эффективно. And at the same time, и в то же самое время, you are getting your body healthier too. Вы делаете ваше тело более здоровым. That's homework assignment number one. Это домашнее задание номер один. 1 hour, 1 час, every single day, каждый день. Just move your body. Просто двигайтесь. A nice easy stroll, a nice easy walk. Легкая, приятная прогулка. Is the one I recommend. Это то, что я рекомендую best, в первую очередь, или больше всего. But if you want to ride a bike, но если вы хотите покататься на велосипеде, or do something else, или сделать что-то еще, whatever, все что угодно, все что, whatever you want to do, все что вы хотите делать, is fine. Это прекрасно. Just move your body, просто двигайтесь, 1 hour, 1 час, and at the same time listen to your lessons. И в то же время слушайте свои уроки. Two things at the same time. Две вещи в одно и то же время. Итак, следующий абзац. All right. Итак, the other thing. Еще одна вещь. I want you to do, которую я хочу, чтобы вы сделали. And this is on the eating part. И это касается питания. И это по части питания. Very, very simple again. Очень-очень просто снова. This I just want you to eat. Я просто хочу, чтобы вы съели a fresh salad, свежий салат, before every meal, перед каждым приемом пищи. So, fresh vegetables. Итак, свежие овощи. And when I say, когда я говорю a salad, салат, what I mean, то, что я имею в виду, is not that yucky iceberg lettuce. Это не тот бесполезный салат айсберг, сорт салата айсберг. No, that's that lettuce, that's white basically. Это тот салат, имеется в виду салат айсберг, который по обыкновению белого цвета, white. And it has nothing. И в нем нет ничего. No nutrition in it at all. Никакой питательной ценности в нем вообще. What I mean, что я имею в виду, is a green salad. Это зеленый салат. So you get some green leafy vegetables. Итак, вы берете некоторое количество зеленых листовых овощей. Things like, типа, spinach, шпинат, kale, капуста кале, dark green lettuce, темно-зеленый салат, anything like that. Все, что угодно в этом роде. And that in, add in,
И затем добавляете a few other vegetables. Несколько других овощей that you like, которые вы любите. Carrots, onions, cucumbers, whatever. Морковку, лук, огурцы, все что угодно. Avocados are great. Авокадо великолепны. Put those in a salad. Положите их в салат. Whatever, I don't care what it is. Все что угодно. Меня не волнует, что это. I don't care what it is. Just make yourself. Просто приготовьте себе a nice, healthy green salad. Приятный, вкусный, здоровый зеленый салат. And it can be small. Он может быть маленький. Имеется в виду порция. In the beginning. В начале. If you want to. Если вы так хотите. And eat it first. И ешьте его первым. It's the first thing. Это первая вещь. You eat. Которую вы съедаете in your meal. За вашим приемом пищи. Так, посмотрим, что дальше. So you are going to eat, или you are gonna eat, вы будете есть a little green salad, вашу небольшую порцию, ваш маленький зеленый салат every day, каждый день. And then after that, и затем после этого eat whatever you want, все, что вы хотите. Of course, конечно же, if you eat something healthy after that, если вы едите что-то здоровое после этого, после салата, имеется в виду, it's even better. Это даже лучше. But this is a good way to start. Но это хороший способ начать. It's just to have a healthy green salad. Просто брать, иметь, есть здоровый зеленый салат before every meal. Even breakfast. Перед каждым приемом пищи, даже перед завтраком. And this is a little weird for some people. Это немножко weird. Weird – это странно для некоторых людей. Like Americans. Например, американцы don't usually eat. Обычно не едят salad. Салат before breakfast. Перед завтраком. Or for breakfast. Или на завтрак, for example. But so what? Ну и что? Who cares? Кого это волнует? Do it anyway. Делайте это все равно. So this is it. Ну и так, как бы все это я сказал. Your two easy homework assignments. Ваши два легких домашних задания. Number one. Номер один. Move your body 1 hour every single day. Двигайтесь 1 час каждый день. And while you are doing that, и в то время, как вы делаете это, that listen to this lesson. Слушайте эти уроки. Keep repeating these lessons. Продолжайте повторять эти уроки. Again and again and again. And then number two. И затем номер два. Eat a nice, healthy green salad before every meal. Ешьте приятный, вкусный, здоровый зеленый салат перед каждым приемом пищи. That's it. Это все. To start doing this today, or start doing it tomorrow. Итак, начинайте делать это сегодня. Или начинайте делать это завтра. Continue doing this habit. Продолжайте делать эту привычку. This new health and fitness habit every single day. Эту новую новую привычку для здоровья и фитнеса каждый день. I guarantee, я гарантирую, just by doing, просто делая these two small things, эти две маленькие вещи, that you are gonna start, вы начнете чувствовать, start feeling, начнете чувствовать more energy, больше энергии, and more health, и больше здоровья in your life. You are gonna get, последний абзац, momentum, вы получите толчок, импульс, meaning the changes will come more and more easily. Имеется в виду, что изменения будут становиться, будут приходить все более и более легко, more quickly,
более быстро. And then, maybe, и потом, возможно, you'll even wanna take, вы захотите, вы даже, even это даже, вы даже захотите to take more steps, предпринять больше шагов in the future, в будущем. Это все, that's it. The two homework assignments, ваши два домашних задания. Do those, делайте их, and we'll see you on our member site. И мы увидим вас на нашем сайте для членов клуба. You can tell us how it's going. Вы можете рассказать нам, как у вас идут дела, как это продвигается. Tell us about your own health and fitness. Расскажите нам о вашем здоровье и фитнесе. And what you're doing to get healthy. И что вы делаете, чтобы быть здоровее and more fit, и быть в лучшей физической форме. And also tell us, и также расскажите нам about how you are doing with your English learning. А также расскажите нам, как продвигаются ваши дела с изучением английского. I will see you next time. Я увижу вас в следующий раз with your next coaching video. Со следующим видео, тренинговым видео. Meanwhile, тем временем, have a great day, хорошего вам великолепного дня. До свидания. Итак, мы разобрали в этом уроке перевод оставшегося текста, оставшейся части урока Health and Fitness. Мы не будем делать пересказ в этой части, сделаем это в следующем видео. До свидания, успехов вам, до новых встреч.